Ой, я мешаю. Черт, я подожду отцепить ее. У него... Мы ее отцепили, я не могу отцепиться от нее. Раз. Это легенда, что у каждого человека есть своя вторая половина. Так черт, все то, что у меня бывает постоянно на свадьбах, на корпоративах. Сейчас я хочу, чтобы ты меня слышал вживую, без всякого микрофона. Я хочу сказать, что у каждого человека есть своя вторая половина, но не каждому суждено ее найти. И мне подарила судьба счастье, она мне подарила встречу с тобой. Нам было очень тяжело с тобой, очень тяжело. Мы с тобой очень через много прошли. Когда-то 3 года назад, 18 июля, мы с тобой даже не могли подумать, что мы с тобой будем здесь, на жизни рука об руку. И самое главное, что сейчас мы вместе, и мы будем всегда вместе. Несмотря на все, что происходило по жизни, я с каждым разом все больше и больше понимаю, что ты та самая, ради которой я готов на все. Мир вам дает.